47-летний телеведущий стал героем нового выпуска «Осторожно, Собчак». Андрей Малахов назвал самого дорогого гостя своей программы. Ведущий много лет работает на федеральных каналах, его коньком стали программы о скандальных ситуациях из жизни звезд. Андрей заявил, что раньше героев заманивали на телевидение с помощью различных уловок, делая ставку на тщеславие или возможность материальной помощи. Теперь же участникам платят за появление в рейтинговых шоу. По его словам, сейчас ведется настоящая битва, кто даст больше. И это ему не нравится. Телевидение искушает этих людей гадить, высказался Малахов. Ни для кого не секрет, что сегодня все как на торгах. За рейтинг и эксклюзив нужно платить, согласилась с собеседником Ксения. Она попросила коллегу назвать героя, который получил самый большой гонорар за участие в его шоу. Андрей сообщил, что это Эммануил Виторган. Ответ удивил Ксению, которой Виторган-старший приходится бывшим свекром. Блондинка в шоколаде была замужем за его сыном Максимом и воспитывает совместного ребенка с артистом. «Ты шутишь, ты гонишь?» – воскликнула она. «Клянусь!» Ему заплатили 1 миллион 800 тысяч рублей. «Это было его первое интервью после рождения дочки», – рассказал Малахов. Самый громкий скандал с Дианой Шурыгиной, который раскрутил Андрей, по его словам, обошелся весьма бюджетно. Самая первая программа стоила 10 тысяч рублей, которые получила Диана.